Всем привет! Хочу показать, рассказать, как легко избавиться от того, что потеют ноги в ботинках. В данном примере, в этих в рабочих ботинках. И делается это так. Я вот сделал месяц назад на улице, конец мая, у нас уже до 28 градусов бывало. И ноги хорошо вентилируются. Если просверлить сверлом на 3 мм, толщиной 3 мм я взял, и насверлил примерно 10 дырочек с внутренней стороны, вот здесь сбоку, и штук 5 вот с этой стороны, вот таким вот макаром. Здесь вот железная вставка стоит. Сверло тогда нужно взять для нержавейки, допустим, на 3 миллиметра, как я сказал, да? Смазать его маслом. И вот таким макаром. Просверлить отверстие. И еще очень хороший совет: сделать из бересты стельку, так как в стельке содержится много серебра. Это дезинфицирует очень хорошо. Вложить ее вовнутрь. Ну, долго она может не продержится, но на месяц хватает. И вот ноги не потеют, не воняют. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Кому как нравится. Вот месяц пользуюсь. Еще раз показываю. Вот начиная отсюда середина, здесь я прошелся двоечкой через каждый сантиметр. А здесь, где металлическая вставка, на 3 миллиметра. И теперь происходит хорошая вентиляция. С этого момента, как просверлил, не замечал, чтобы ноги потели. При ходьбе получается, что нога выдавливает воздух через эти отверстия, а затягивает снаружи. В дождь ходил, ничего не промокает, если кто-то скажет, что промокнут ноги. То есть, если сверло берешь не больше 3 миллиметров, ну, лучше, наверное, 2 миллиметра, тогда точно не промокает. И берестовая стелька прекрасно все работает. Подписывайтесь на канал. Будет выходить очень много всяких интересных советов. Кому интересно, конечно. Всем пока, до новых встреч в эфире.